Надоело мне лобать уже целыми днями. Водка это уже надоело. Какие там в зоне новости, может, знаешь? Да ничего нового. На днях за артефактом сходил. Здорово, мужики. О, здорово, карман. Здорово. Слушай, Сивы, я тут узнал, что воробей уже несколько месяцев в запое находится. В баре сидит, бухает. Кому не подойду, спрошу, все отмахиваются. Может, ты расскажешь, что случилось? Ну ладно, так и быть, расскажу. В общем, прошлой осенью бандит по кличке Челюсть убил друга воробья. Сталкер с позывным Белка, не знаю, знаешь ты его или нет. Ну это я знаю. Коли узнать хочешь, лучше не перебивай. Ну так вот, воробей с ним недавно поквитался. Ну как недавно, еще когда снег лежал. В общем, бандит как-то узнал ID его ПДА и связался с ним. Вызвал, можно сказать, по сути, на стрелку. Ну, воробей согласился, естественно, за друга отомстить. Ну, понимая, что это будет 100% подстава, и бандит придет туда не один, попросил меня с волкодавом помочь ему. Ну, в общем, мы пришли и засели, так сказать, тихую. А так и было. Бандиты вышли, несколько человек вместе с этим челюстью. Хотели уж было воробья завалить. Но мы, естественно, были на подхвате и быстренько пощикали этих бандитов. Единственным в живых на тот момент остался этот челюсть. Ну и воробей как бы сам напрямую с ним разобрался. По сути, отомстил. Ну нифига себе. Ну а после этого он в бар отправился. Сказал, что хочет Белку помянуть. Вот уже сколько месяцев ее поминаем. Я с воробьем недавно связывался, как бы да. Он сказал, что все у него нормально. Ну, я знаю, там у него друг какой-то в долге есть. Вот он за ним, видимо, и присматривает. Если честно говоря, думал, что воробей там уже спился, всю свою снарягу продал. А нет. На бармена работает, курьером. Или посыльным, не знаю точно. Артефакты ему всякие таскает. Ну и на вырученные деньги водку и жратву покупает и бухает. А что это за сталкер? Я его не в первый раз вижу. Да это посыльный бармен, воробей. Второй месяц тут уже бабки прожирает. Ну чего не надо. Ну, еще разок помянем. Хороший был сталкер. Да, бармен, прием. Воробей, зайди ко мне. Я для тебя дело. Хорошо, бармен, сейчас приду. В последнем нашем созвоне, так сказать, он сказал, что пока не планирует на кордон вернуться. Ему там все напоминает о Белке. Больное. Слушай, Сивы, а что насчет наших снабженцев, Кабана и Артиста? С ними скверное дело случилось. Какой-то сталкер их нашел на свалке в лесу. Да, сталкер оказался нормальным мужиком, не мародером. ППДА Кабана связался со мной и сказал, где их нашел, скинул координаты. А еще интересную деталь подметил, что сталкеры были без снаряги. То есть ни стволов, ни рюкзаков с ними не было. И лежали в аккурат около стеночки. Как будто их кто-то расстрелял. У меня есть пара мыслей на этот счет. У нас в зоне расстрелами промышляют только долговцы. Уж не знаю, что и думать по этому поводу. Патрон, когда узнал о судьбе друзей, ушел в сторону свалки. Он был с ними в одном отряде. Да, сейчас от него ни слуху, ни духу. А сталкеров мы похоронили. Понятно. Печальная история. Ладно, мужики, мне пора. К Сидору курьером устроился. В общем, все, я пойду, давайте. Ну ладно, давай, карман, удачи тебе.
Слушай, Волкодав, у меня к тебе разговор есть.